Вот дошли мы до исторического музея, но что-то мы с тылу дошли. Сейчас обойдем здание. Вход платный, режим работы, улица Ленина. Вот такая тут. Ох, какой он совсем старенький. Разрушается фундамент. Трещина пошла. Лепка осыпается. Ну, сейчас зайдем вовнутрь. Ну что ж, дорогие гости, зовут меня Ольга. Сегодня я буду вашим экскурсоводом. И приветствую я вас в Богучарском районном историко-краеведческом музее, который ведет свою историю достаточно давно, с 1911 года. Мы не всегда были в этом здании. Мы, конечно, начинали в здании другом. И в обозримом будущем мы должны вернуться к своим истокам, в здание Народного дома, там, где сейчас будет реставрироваться кинотеатр «Шторм». Конечно, за такое длительное время музей собрал достаточно богатую коллекцию, которая позволяет проследить историю Богучарской земли с древнейших времен до современности. Хорошо известно, что вся Воронежская область когда-то была дном Древнего моря, это была часть моря Тетис. Об этом сохранилось достаточно много свидетельств. Например, те же самые Белые горы, это высокий берег Дона, белый, вот эти кальцитовые отложения, это не что иное, как микроорганизмы, обитавшие в Древнем море, миллионы лет, отмирая, оседая на дно, накапливали вот этот кальцитовый слой мела и мергеля. Часто находятся белемниты, это не что иное, как твердая часть тела вот такого морского животного, это древний предок кальмара. Их достаточно много находится. Ну а когда воды моря с этой территории уходят, здесь образовалась предледниковая зона. По сути, это была тундра. Низкорослая растительность, достаточно прохладный климат. Но эти условия отлично подходили для обитания таких крупных животных, как мамонты, как шерстистые носороги. Ну, естественно, крупные хищники сюда за ними приходят. И человек. Именно тогда, в эпоху Древнего каменного века, на этой территории начинается история человечества. Каменные орудия труда, их немного, но тем не менее они имеются в коллекции музея. Керамика тогда уже была орнаментирована, это древний каменный век, палеолит. Также в это время процветала и наскальная живопись, и такая мелкая пластика, как вот известные палеолитические Венеры. А вот бронзовый век начинается на этой территории с приходом кочевых племен, которые принесли сюда технологию изготовления бронзы. Изучать их очень сложно, так как племена эти кочевые, не оставляющие культурного слоя, поэтому изучают их по захоронениям. И по конструкции захоронений, как правило, точнее, ну, часто они получают и свои названия. Например, срубная культура, потому что погребальная камера была выложена бревнами, очень напоминающие сруб. Катакомбная культура, погребальная камера перекрывалась, получалась вот такая своеобразная катакомба. В это время в культуре человека изменилось достаточно много. Керамика становится более тонкой, она также продолжает быть орнаментированной. Но в это время нет, оно полностью исчезает живопись, полностью исчезает скульптура, мелкая пластика. Это связано с тем, что исчезли крупные животные, такие как мамонты, поэтому охотиться приходилось на более быструю и более мелкую дичь, что занимало больше времени и требовало больше сил. Зато в это время
Изобретается лук со стрелами, которые прослужили человечеству не одно тысячелетие, копье. В это время приручается лошадь, соответственно, появляется конская сбруя. То есть достаточно большой шаг вперед в развитии человечества. Эта находка достаточно недавняя по историческим меркам, всего 2002 года. Это половец, потому что на данной территории в разное время проживало множество различных кочевых племен, в том числе и половецкие племена. Оседло здесь практически никто не жил. Все это народы, ведущие кочевой образ жизни, захоронения, мы, как уже видим, достаточно позднее, то есть это уже трупоположение, как уже в современности. Половцу было 25 лет, причина смерти на черепе, у него расколот череп. Так он выглядел при жизни, это реконструкция его захоронения и фото с археологических раскопок. В том виде, в котором он был вскрыт археологами, в том числе с частью сохранившегося инвентаря захоронения, полностью повторяет, собственно, и сейчас в саркофаге. В 16 веке здесь стали оседла жить уже русские и славянские народы. Что же касается основания города Богучар, история достаточно интересная и немного запутанная. Есть у нас городская легенда в городе о Петре I, который повлиял на основание города. Правда, в ней половина. Вторая половина – это уже городская легенда. Легенда такова, что в 1704 году Петр I плыл по Дону на галере в сторону города Азов с целью его завоевания. И остановившись якобы на ночлег в устье безымянной речки, а Богучарка впадает в Дон, конечно, он набрал корец вина, выплеснул его в воду этой речки со словами «Богучарка». И как будто бы отсюда произошло название степной речки Богучарки и, соответственно, название города впоследствии. Но вот это уже часть действительно придуманной легенды, потому что нам известно, что это хорошо было известно в том числе и Петру, и ему доложили, что поселение здесь незаконное. Почему так получилось? Дело в том, что эта территория всегда была некой окраиной, поэтому сюда было удобно сбегать откуда-нибудь. С московских губерний, беглые крестьяне, беглые каторжники. Когда были организованы Петром верфи в Воронеже, а там условия труда были буквально рабскими, сбегали и оттуда. И селились здесь, на окраинах, в степях. И вот таким образом образовывались некоторые незаконные поселения. Ему уже доложили, что в данной местности есть поселение. Да не дает тут, извините. Отключи, Вера. Сейчас я отключу. Пресвятой Богородице. Здесь был еще предел пророка Ильи. Сейчас мы с вами заходим в алтарную часть. Была бывшая церковь, значит, да? Да, это была. Это бывшая церковь. 1862 год построили. 1862? Угу. Алтарная часть, по иронии судьбы, посвящена революции, гражданской войне. Обратите внимание на купол, в центре серпа и молот. Роспись, эта роспись уже сама по себе имеет историческую ценность. В нашем городе события гражданской войны тесно связаны с личностью Валентина Александровича Малаховского. Очень талантливого военачальника, который прибыл в Богучар в возрасте 24 лет. При этом он уже успел к этому возрасту отличиться на полях сражений Первой мировой войны, получить Георгиевский крест. Сюда его направили с целью объединить в Богучаре разрозненные партизанские отряды, которые не представляли серьезной силы для белых, объединить их, сформировать какое-то военное подразделение. И, собственно, Малаховский сразу же этим и занялся. Под его командованием сначала был создан 103-й Богучарский полк, который быстро и эффективно был преобразован.
Дело в том, что в советские годы здесь было очень крупное и сильное предприятие «Лесхоз». Он существует и сейчас, но в очень ужасном состоянии. И тогда на базе «Лесхоза» был создан сувенирный цех. А в 80-е годы вообще был такой вот пик популярности, в том числе и на хохламу. Тогда, мне кажется, она была в каждом доме, это она была модной. И мастера работали. Эта богучарская хохлама по технологии изготовления от обычной ничем не отличается. Она отличается орнаментом. Дело рисунок в том, что был, да, разработан рисунок был на основе тех растений, которые произрастают именно в богучарском районе. Вот я хотела и что узнать. Самое интересное, ну это ботаники, конечно, только знают. У нас есть нераспахивающиеся степи, то есть заповедные степи, где произрастают эндемики, не встречающиеся больше нигде на планете. Уточки, кулики, вальшнапы, все это прибрежные птицы степные, их тоже здесь очень много. Здесь есть и выпит, вообще редкая птица, почти везде здесь они обитают. Филины. Филины внесены в Красную книгу, мне кажется, абсолютно во всех регионах страны, потому что птица, чем крупнее животное, тем медленнее размножается. Филины вообще откладывают одно яйцо раз в 3-4 года, поэтому размножаются они крайне медленно. Конюки есть, и причем довольно-таки много. Конюки очень, несмотря на свой крупный размер, предпочитают охотиться на мышей. Вообще полезная птица в хозяйстве, истребляет грызунов, вредителей тысячами за один сезон. У нас есть фазаны, они гуляют вдоль дорог, их очень часто можно увидеть, но это вид, который здесь изначально его здесь не было. Как здесь... гуляют вдоль дорог? Просто ну, идешь, они просто... Едешь на машине, они ходят, там зернышки собирают, например, эти зерновозы ездят, сорят зернышками, они ходят. Часто встречаются фазаны без хвоста, попал под машину, оторвал хвост, вот. Часто они есть. Цесарочек не так видно. Цесарочки такие блеклые, а вот самцы очень красивые. Их сюда завезли только в 70-е годы 20 века. Они здесь отлично прижились, заняли свою экологическую нишу. В общем, популяция процветает. Крупных млекопитающих, таких как лоси, здесь нет. Соответственно,